Всем приветики, друзья! Я немножко утеплилась, одела кип-капюшон. Сейчас иду до моста. Мост в Сеуле называется «Мост Радуги». Вот, там просто происходит настоящее представление. Бьют фонтаны разными цветами. Вот, шоу проходит с мая по октябрь. Но, вот не знаю, говорят, что фонтаны из-за холодной погоды не включают. Сейчас немного ветрено. Надеюсь, все-таки увидеть представление. Вот, сеансы проходят 8, в 7.30, 8, 8.30, 9. И в праздничные дни дополнительно еще проходит 9.30. Вот. Блин, как круто. Это станция метро Синбаппа. Вот я вышла, и тут такая красота. Честно говоря, не знаю, куда идти. Вот. Так посмотрела по Google картам, как примерно добраться. Еще и темнеет. Еще и темнеет в Сеуле в октябре. Тоже рано. Говорят, что должны быть указатели какие-то к мосту. Не знаю. Вот. Уйди, Боже. Конечно, это прям вообще восхитительно, просто восхитительно. Столько народу здесь еще.
Что, какая-то сцена здесь. Блять, что-то, короче, там взорвалось. Прям мне над ухом. Короче, тут, я не знаю, какая-то сцена, что-то, наверное, было. Так, а вот здесь вот народ как раз смотрит эти фонтаны. Следующий сеанс через 30 минут. Вот такая вот красота. Ночного Сеула вам покажу немножко. Здесь продаются какие-то вкусняхи. Вот. Можно взять покушать и как раз сесть туда, посмотреть на фонтаны. Это рядом с этим мостом территория, тоже все так красиво подсвечивается, вообще супер. Так, опять начались фонтаны, это уже с другой стороны. Зря уходила. С другой стороны. Смотрите, как красиво подсвечивается. Торговый центр или что-то такое. Тоже немножко вам показываю, что точно усилила. Друзья, это прекрасное завершение отпуска. Моя неделя в Сеуле подошла к концу. Я была очень рада вернуться в эту страну. Я посмотрела много интересных мест, которые не видела в прошлый раз. Всех их вам показываю. Кому интересно, кому это будет полезно, потому что я знаю, многие ищут, если находят какое-то интересное место, ищут в YouTube. Вот, я вам показываю, как это все на самом деле. Это была шикарная неделя. Вот, я уже тут немножко освоилась, уже перестала бояться ездить в метро. Ну, не то, что там, как и у себя дома, но уже... спокойней, вот, спокойней. Раньше я даже в метро просто боялась ездить. Сейчас уже, когда осваиваешься, уже супер. Все уже ровно. Всем отличных, ярких путешествий. Всем советую эту страну. А вот, друзья, всем спасибо за просмотр. Всех обожаю, целую. Пока-пока.